Ну и в завершительном видео доделаем страницу контакта, а именно настроим работу формы. Сделаем это при помощи пакета AjaxForm. Перейдем в административную панель и для удобства создадим новую категорию формы. Теперь перейдем в раздел шаблоны и выберем шаблон контакты. В том месте, где должна быть форма, ставим вызов снипет AjaxForm. Узнать, что означают данные параметры, вы можете на сайте docs.modex.pro. Скопируем стандартный пример шаблона AjaxForm в нашу папку. И дадим ему следующее название. Также при вызове сниппета изменим это название в параметры форм. Удалим нашу предыдущую форму. И проверим, как она отображается на сайте. Также изменим параметр email to. Он означает, кому придет сообщение. И email from – это от кого придет сообщение. Здесь необходимо указывать доменную почту. В моем случае это mail и следующий домен. В параметре email tpl указывается шаблон текущего письма, создадим его. В качестве содержимого укажем поля нашей формы. Теперь попробуем отправить сообщение, заполнив поля нашей формы. Как мы видим, нам пришло наше письмо. А значит, наша форма работает успешно. На этом видеокурс создания корпоративного сайта ModX завершен. До встречи в следующих видео.